Да, вот именно из-за этого когда-то давным-давно женщины, недополучившие мужской ласки, взмолились богам и попросили поменять их местами с мужчинами, дабы восстановить справедливость на этой земле. И Бог услышал их молитвы. Ну и, в общем, в итоге доигрались, конечно. Мужчины, то есть женщины, должны были соблюдать все правила, которые сами же установили. Никакой головной боли, соцсетей, конечно же, готовка, пилатес, шоппинг, смарт-кэжуал, максимальная эмансипация, манипуляция, конфронтация, перетурбации. А женщины, ну, то есть мужчины, стали вершителями судеб, бруталами, натуралами, президентами, агентами, депутатами, демократами и далее по списку. И, в общем, тут такое началось, что в итоге уже никто не мог разобраться, где чьи игрушки. Строят хмурые лица, так им спокойнее спится. Да-да. Мальчики очень смешные, когда за рулем машины, рычат друг на друга, как тигры. Для них это просто игры. Мальчики любят большие игрушки, строят дома, самолеты и пушки. Мальчики играют большие игрушки, смысла в них нет, смысла в них нет без любимой подружки. Мальчики очень смешные, маленькие и большие, и город для них не помеха, все это лишь ради смеха. Мальчики очень смешные, вперед горизонты шире, вы двигатели прогресса, но без девочек нет интереса. Мальчики любят большие игрушки, строят дома, самолеты и пушки. Мальчики играют большие игрушки, но смысла в них нет, смысла в них нет без любимой подружки. Во всей стране прошли несогласованные акции протеста мужского движения «Мафер». Яркая топлес-акция была связана с изменением в Конституции на предстоящих выборах. Участники были не согласны с новым законом, который отменяет выборы в пользу абсолютной монархии. Протестующие оголились и прошли по главной улице страны с требованием вернуть им избирательное право. Действия «Мафер» осудили несколько десятков мам с детьми, а также беременных женщин. Они считают, что их несогласованная акция подрывает государственный строй. И к другим новостям. Так мало их на планете, вечные взрослые дети. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Скучно без мальчика. Очень скучно. Большие игрушки, строят дома, самолеты и пушки. Мальчики играют большие игрушки, но смысла в них нет, смысла в них нет без любимой подружки. Тот самый момент, когда режиссер решил, что ему очень нужно вставить вот этот кадр с монашкой на скейтборде. Поэтому мы с вами сейчас немножечко подождем. Проехала? Прекрасно. Мальчики любят большие игрушки, большие игрушки. Строят дома, самолеты и пушки. Самолеты.
Это конец. Абсолютный конец.